здесь представлено огромное количество заводов, огромное количество предприятий, которые занимаются тематикой, в которой мы пока явно новички. И перенимая их опыт, смотря, как люди взаимодействуют, что они предлагают, мы можем многому научиться. Благодарю за эту выставку, потому что это большая возможность для нас. По выставке у меня очень положительные отзывы, потому что 150 буклетов за 2 дня у нас разобрали. Очень интересно была наша разработка. Многие люди приходили, фотографировали, открывали кран, закрывали, как так он выполняет 3 функции сразу. Так как мы участвуем именно вот с нашим заводом первый раз, конечно, впечатления положительные, да, то есть как бы мы извлекли уже ряд моментов, которые мы обязательно улучшим на следующих выставках. Возможно, стенд будет побольше, мы привезем побольше образцов, то есть там в планах у нас даже собрать рабочий стенд, то есть там жидкость в трубах там запустить. Очень спасибо. Я думаю, что в дальнейшем я также буду продвигать, так скажем, такую нашу отрасль и развивать, да. Хочу пожелать всем успехов в нашем деле. Непростом деле, но очень важном. И какие бы трудности нас ни предостерегали, мы их одолеем, мы победим, и все у нас получится. Страна у нас большая. Специалистов много, поэтому тем более приятно, что оценили вот так вот мой труд. Я хочу сказать, что всему этому я обязан вот такой вот аббревиатуре. Это Всероссийское общество изобретателей и рационализаторов. В 1961 году это общество на Уралмаше помогло мне оформить первый рад с предложения, за которое я получил аж 10 рублей при зарплате в 70. Thank you.
Здравствуйте, дорогие друзья, с вами вновь Кирилл Дашев. И напоминаем, что мы ведем прямые видеорепортажи и встречи с выставки PCV-Expo 2018 «Арматура, компрессоры, насосы». Дорогие друзья, на этой выставке мы каждый год открываем для себя новых интересных изготовителей трубопроводной арматуры. Но новых интересных — это мало сказано, потому что сегодня мы представим вашему вниманию еще нового изготовителя композитной трубопроводной арматуры. Да, уважаемые друзья, вы не ослышались, это российское производство пластиковой трубопроводной арматуры, которая представила на собственном стенде компания Inumit, более подробно с которой мы познакомим вас сегодня. И на наши вопросы будет отвечать ведущий специалист компании Inumit Ли Даниил. Здравствуйте, Даниил, рады вас приветствовать. Ну и прежде всего, расскажите нам о вашей компании и, конечно же, о ваших новинках, представленных на стенде. Здравствуйте. Ну, что говорить о компании? Компания является частью и, так скажем, прямым продолжением химического факультета МГУ. Компания является проектировщиком и разработчиком данной трубопроводной арматуры, а также разработчиком нового композиционного материала, что мы и стараемся вам здесь представить. В принципе, это новшество на нашем рынке, потому что данной композитной арматуре просто она не представлена больше нигде, если говорить о российском рынке. Мы можем перейти к ее свойствам, мы можем перейти к процессу создания. Сама изначально суть данной конструкции заключалась в том, что у нас есть химически агрессивные среды. Ну и просто если говорить о металлической арматуре, ну не стоит она в них долго. У нас есть заявленный ресурс, но заявленный ресурс, естественно, если мы говорим о длительном воздействии агрессивных сред, ну просто не выдерживает стальные краны. Для этого необходимо иметь какое-то решение. Решением служит композиционный материал. Композиционный материал есть разный. Естественно, он варьируется относительно свойств. Я имею в виду прочностные свойства, я имею в виду свойства стойкости к различным видам агрессивных сред, таким как кислотам, каким-то основаниям, щелочам, а также к воздействию абразивных частиц. С этой точки зрения компания Inumit вместе с заказчиком и основным исполнителем компании «Сплав» разработали уникальное решение. В чем заключается уникальное решение? Естественно, с точки зрения конструкции у нас нет большинства новшеств, но с точки зрения эксплуатационных возможностей использования наших кранов мы значительно шагнули вперед. С точки зрения прочностных характеристик мы несколько уступаем в данный момент металлам, но это мы компенсируем не очень большой стоимостью, не высокими по сравнению, естественно, с металлом, массогабаритными характеристиками и, естественно, хорошей устойчивостью к агрессивным средам. Даниил, если все-таки говорить о производстве этой арматуры, я так понимаю, что все производство организовано в России, если речь зашла о заводе «Сплав». Уважаемые друзья, не том самом заводе «Сплав», который в Великом Новгороде, мы несем немножко корректировочку, есть еще один завод «Сплав», несколько слов о этом предприятии. Ну, «Сплав» – это не просто предприятие, я бы сказал, это предприятище. Это один из наших основных оборонных предприятий нашей страны. Если говорить об организации производства, вы абсолютно верно заметили, что это производство будет на территории России, будет располагаться в Тульской области, и весь процесс от изготовления материала, который будет производиться на базе, скорее всего, Алексинского химкомбината, до производства всех элементов и деталей данной трубопроводной арматуры будет производиться уже непосредственно в сплаве. Замечательно. А если говорить все-таки о самих композитах пластиков, какой химический состав из этих пластиков? Меня очень волнует такой вопрос. Мы знаем, что пластики, их самое козырное применение – это не только стойкость к агрессивной среде, но применение на холодном водоснабжении и горячем водоснабжении. Потому что это пластик, он не взаимодействует со средой. Какой состав будет вот этих вот клапанов, вентилей? В чем будет заключаться секрет, ноу-хау и, собственно говоря, API, опытная эксплуатация, где-то уже проведена или проходит в настоящий момент? Смотрите, если говорить, начиная с конца, если говорить о опытной эксплуатации, действительно, мы в данный момент поставляем, если я не ошибаюсь, на 13 предприятий. Это тот же самый Алексинский химкомбинат, это Рускожа, это предприятие Рускожа, это Камень-Шахтинский и другой перечень, сейчас вспоминать не буду. Действительно, API мы прошли успешно. Большинство полученных референсов или отзывов
остались только положительными. Наш материал не взаимодействует со средой, что продлевает ресурс службы нашей запорной арматуры, что, несомненно, удовлетворяет всех наших заказчиков. С точки зрения химических компонентов, на данный момент является секретом, который я, к сожалению, не могу раскрывать. Ну да, ну и понятно, если оборонный завод изготавливает детали, и можно сказать, что есть определенный коэффициент секретности. Даниил, еще один вопрос будет связан все-таки с диаметральными исполнениями, с исполнением вообще. Мы сейчас видим, что здесь шаровый кран представлен, дисковоповоротный затвор и даже стенд гидравлический, я так понимаю, это пневмопривода. Абсолютно верно. Да, расскажите вообще, что за арматура будет представлена вами для конечных потребителей? Компания «Сплав» производит на данный момент две основных решения трубопроводной арматуры. Это шаровые краны и дисковые затворы. Шаровые краны у нас в данный момент, их типоразмерный ряд от 15 до 100, соответственно, миллиметров. Я говорю про внутренний проход ДН или ДУ иначе. Если говорить по поводу давления, максимальное давление выдерживает 40 атмосфер. Если говорить про дисковый затвор, то дисковый затвор у нас в данный момент внутренний проход от 50 до 200, и, соответственно, 25 атмосфер – это наше номинальное давление. Но, естественно, так как на нашей базе проводились испытания, это заниженные несколько значения. Возможно, в дальнейшем мы будем регламентировать большее значение номинального давления. Ну, мне кажется, вы сами взяли точку размера диаметрального ряда и, конечно же, давления, потому что, прежде всего, я вижу, что применение этой арматуры – это химическая промышленность и, конечно же, водоснабжение, потому что и там требуется не взаимодействие со средой, и, самое главное, стойкость к среде, потому что, как ни звучало бы парадоксально, но теплоснабжение там очень часто выходит из строя именно из-за коррозии материала трубопроводной арматуры со средой самого изделия. А, Даниил, еще будет один вопрос интересный, все-таки связанный с рынком. Вы вот вначале сказали, что вы представляете одним из немногих подобное решение. Почему вы решили заниматься именно композитной арматурой? Вы не стали выпускать стальные клапаны, не стали выпускать какие-то другие изделия, а именно композитную арматуру. С чем было это связано? Вы знаете, сейчас именно стальной трубопроводной арматуры, ее очень много. И рынок явно переполнен ей. У нас есть производители как российские, отечественные, так и зарубежные. Их огромное количество. Но если мы говорим о как раз тех условиях, в которых действуют наши краны, то есть это агрессивные среды, к сожалению, стальные краны просто не стоят. Чем вызвано наше решение? Просто явно есть область рынка, которую можно занять и не занята никем. Никто до конца не умеет это грамотно делать. А мы стараемся это сделать грамотно. И я считаю, что у нас это получается, потому что это подтверждено как опытной эксплуатацией, так и испытаниями. Как-то так. Замечательный ответ. На самом деле, как вы узнаете, внимательный читатель, Даниил представляет МГУ, Московский государственный университет. И вот такие вот идеи, светлые идеи рождаются в стенах вот этого замечательного учреждения. Я думаю, что не один такой проект мы еще обозреваем. И, конечно же, расскажем вам более подробно. Спасибо большое, Даниил, за презентацию. Ну и, конечно же, финальный вопрос, самый главный. Как вам выставка, что вы получили от участия в ней? Какие у вас впечатления от первого-второго дня? Спасибо за этот вопрос. Потрясающее ощущение, потому что здесь представлено огромное количество заводов, огромное количество предприятий, которые занимаются тематикой, в которой мы пока явно новички. И перенимая их опыт, смотря, как люди взаимодействуют, что они предлагают, мы можем многому научиться. Благодарю за эту выставку, потому что это большая возможность для нас. Спасибо большое. Спасибо и вам большое. Остается пожелать вам развития, удачи и, конечно, попутного ветра в этом интересном и, поверьте мне, увлекательном и очень нужном деле. Удачи. Удачи вам, уважаемые друзья. Мы остаемся с вами, переносимся в следующие репортажи, но не прощаемся с этим замечательным предприятием. Более подробно читайте в свежем выпуске «Вестника Арматуростроителя» и, конечно же, смотрите на нашем канале armtor.ru. До новых встреч, уважаемые друзья. Мы вели прямой репортаж с PCV-Expo 2018. До новых встреч.
Здравствуйте, дорогие друзья, с вами вновь Игорь Елдашев. И напоминаю, что мы ведем прямые видеорепортажи с выставки PCV Expo 2018. И, конечно же, делаем обзор участников этой выставки. Собственно говоря, уважаемые друзья, каждое свое интервью я стараюсь вам показывать что-то новое, рассказывать о новых изготовителях, а, конечно, прежде всего, рассказать о российском производстве. Собственно, и сегодня наш репортаж посвящен интересной компании «Неж плюс арматура». Для меня это новая компания, признаюсь честно, находится она в одном из любимейших моих городов, в городе Челябинск. И, собственно, более подробно о этой компании, о ее продукции, трубопроводной арматуры российского производства, нам расскажет генеральный директор Голодрыга Александр. Здравствуйте, Александр, рад вас приветствовать. Ну, собственно говоря, несколько слов о истории вашей компании и что вы сегодня предлагаете для российского рынка. Об истории, что мы можем сказать? Изначально я фирму создавал для того, чтобы мне сбрасывали технические задания именно по производству трубопроводной арматуры. Какие-то нестандартные заглушки, нестандартные фланцы я придумывал, изготавливал. Вот. Кроме нестандартного, конечно, и массовое производство – это фланцы. Вот. С фланцев и из заглушек поворотных. С этого мы начинали. Вот. Это было как бы основное. В этом году, в начале года, пришел уже патент, еще прошлогодняя моя работа по изготовлению шарового крана по классу трансформер. То есть он выполняет на трубопроводе три функции. Это изолирующее фланцевое соединение, обратный клапан и шаровый кран. То есть потребителю в конечном итоге не надо покупать три изделия. Достаточно купить одно наше изделие, оно заменит три. То есть это простота в монтаже, экономия в деньгах, потому что в самом принципе шаровый кран – это отдельный корпус из металла, который надо покупать. Обратный клапан – это тоже в металлическом корпусе, который тоже не надо покупать. И изолирующее фланцевое соединение – то же самое. В одном корпусе сразу три изделия. Также есть вариант два в одном. Два в одном – это цельносварной шаровый кран. У него нет функции ИФС, только функция обратного клапана и шарового крана. То есть в открытом состоянии этот шаровый кран работает как обратный клапан, предотвращая обратный ход воды. Если его закрыть, в закрытом состоянии трасса и не нуждается в обратном клапане, потому что ней не бежит жидкость. Вот. Также есть модель 2 в одном. Это чисто для газовщиков нами разработано. Шаровый кран, в котором есть функция ИФС, изолирующее фланцевое соединение, где не требуется функция обратного клапана, только две функции. Вот. Изготавливаем во всех вариантах, в каких пожелает заказчик. То есть под приварку, фланцевые, муфтовые. Также то же самое касается и корпуса крана. Корпус крана изготавливаем из стали 20, 0,9 Г2С, 13 ХФА, 15 Х5М, 12 Х18Н, 10Т, 10 Х17Н, 13М, 2Т. То есть для кислотных сред. По производстве мы находились с 2010 года на Копейском шоссе на территории завода ЧЗТО. ЧЗТО обанкротился, и в связи с этим мы переехали на завод Колющенко. В данный момент там находимся и, как говорится, процветаем. В этом году мы приобрели большое количество нового оборудования. Это станок с ЧПУ, у нас здесь фотография есть. Потом пресс на 450 тонн усилия. Шарокатный станок для изготовления шаров, опрессовочный стенд высокого давления до 250 атмосфер. Станки все новые, 2018 года выпуска. Также в плане с этого полугодия мы еще будем увеличивать станочный парк с ЧПУ. Также еще в планах поменьше пресс купить на 150 тонн. Ну, чтобы не гонять огромный агрегат из-за маленьких шаров. Вот. То, что касается развития. Плюс рабочие силы
у меня увеличится, я думаю, где-то в этом году уже где-то до 25 человек, именно специалистов. Ну, насколько я понимаю, Александр, НЕШ плюс арматура – это, прежде всего, предприятие для индивидуальных заказов. То есть сегодня существует проблематика, как я понимаю, когда заказчику нужно 2-3 изделия, но уникальных, из уникальной стали, уникального исполнения, может быть, это 2-3-ходовые даже шароэкраны ЦФС. Ну, в таком плане нельзя зацикливаться, что мы делаем только индивидуальное. Я, как я уже говорил, на постоянном потоке идет фланцевое производство. И кроме фланцевого производства, заглушки. То есть заглушки – это ТММ, так называемые в народе очки Шмидта, ТММ-2501 и АТК-26, заглушки поворотные, межфланцевые. Кроме этого, заглушки фланцевые, АТК-24.200, заглушки эллиптические, переходы, они у нас вот представлены. Точеные, да. Я так понимаю. Да, есть точеные. Точеные мы делаем для атомной энергетики, а для повседневной, как говорится, в трубе есть, особенно в ТУшной, недостаток до 25% по наружке волосовин, накатов. В круге этого нету, из-за этого точенный переход, он намного качественнее. Все зависит от заказчика. Если ему надо дешевый вариант, пожалуйста, дешевый. Если нужно качество, то делаем качество. Как говорится, любой каприз за ваши деньги. Или у каждого товара есть свой продавец и покупатель. Александр, у меня еще будет один вопрос, так как зашла речь о фланцах. Вы знаете наверняка, что сейчас вошел уже в обиход, уже применяется ГОСТ 33-259 на фланцы. Вот ваша точка зрения, ваше мнение, что, возможно, изменилось, как повлияло это на рынок? Вот ваш комментарий. Насчет нового ГОСТа, во-первых, у него изменений не сильно много, возросли требования. Согласно этих требований, если раньше упаковку можно было взять любую, сейчас в основном идет к этому ГОСТу применима упаковка по четвертой группе. И, соответственно, на второй площадке мы организовали свою кузницу, и мы куем из круга. То есть это не литейка, а именно кузница, которая именно дает качество и большие припуски. И именно по этому ГОСТу и клиенты чаще всего просят полную мехобработку у фланца. Если старый вариант упаковки, даже нашего прославленного кузнечно-прессового завода, припуски и ее упаковки не дают возможность у фланца сделать полную мехобработку. А из своей кузни это получается, это видно на фланце. То есть здесь поверхность мехобработана, с этой стороны мехобработана. Вот он и чем отличается, более высокое качество фланца. Вот. Также по четвертой группе, я так понимаю, он проходит? Да, по четвертой группе это проходит. И полная мехобработка. Почему сейчас требуют полную мехобработку? Потому что после штампа часто бывает здесь трещины и т.д. и т.п. А именно обработка, она вскрывает все трещины. Есть трещина или нет? Если здесь черная сторона у фланца, никто не определит. А так визуально, если там 1000 штук, при входном контроле посмотрели фланец, идеальная поверхность, он годен. Вот в таком плане это и облегчает работу ОТК, но, конечно, это усложняет работу производителю, потому что на дополнительную мехообработку затрачивается рабочее время, средства. Инструмент, средства, и, конечно, возрастает цена на фланец. Опять же, кому что нравится. Кому-то нравится Китай, кому-то нравится четвертая группа. Как говорится. Да. Вот. А как вы сами считаете, вот введение нового ГОСТа, наверняка оно ужесточило и осложнило жизнь российскому производителю во многом. Потому что, как мы понимаем, на самом деле из Китая очень много пошло фланцев, на самом деле. Потому что Китай может переводить этот объем. В России, к сожалению, но мы физически не знаем столько кузин, столько прессовых производств, которые может удовлетворить этот объем. Да, на самом деле. Насчет Китая я не знаю, как они сейчас перестроились, но в самом принципе, даже в Китае такое качество сложно сделать, потому что
как у них общепринято, выливать в землю, литье из земли, оно не будет соответствовать никогда четвертой группе. Ну, это да. И вообще этот ГОСТ изначально ввелся для того, чтобы отсеять поставщиков, которые поставляют фланцы, вылитые в землю. Он этот ГОСТ как бы сам собой отметает этот принцип производства фланца. Он просто этот принцип отметает, потому что входной контроль в любой организации УЗК и ММК сделали, это сразу же скрывается. И если при старом ГОСТе они не имеют права сделать возврат, при заказе по новому ГОСТу они сразу звонят. У нас ГОСТ 33-259. Угу. Пожалуйста, заберите свои фланцы и поставьте нам согласно этого ГОСТа. Вот. И в 2015 году фирмы, которые занимаются нефтепереработкой, они настояли на создании нового ГОСТа, который уберет с рынка некачественного производителя. Угу. Вот и все. Понятно. Спасибо большое за действительно интересную точку зрения, уважаемые друзья. На самом деле мы будем опрашивать очень многих изготовителей, в том числе российских, по фланцам, потому что очень интересная предыстория, вообще мнение аудитории, рынка по отношению к этому ГОСТу. Александр, спасибо большое вам за интересную встречу и беседу. Ну и, конечно же, один из вопросов, как вам выставка вообще, есть ли впечатление, ваше мнение? Ну, в данный момент по выставке у меня очень положительные отзывы, потому что 150 буклетов за 2 дня у нас разобрали. Очень интересно была наша разработка. Многие люди приходили, фотографировали, открывали кран, закрывали. Как так он выполняет 3 функции сразу. Вот. Ну, в данный момент я могу сказать, что когда в Федеральном институте у меня проходил патент по этому делу, патентный поиск, если раньше в старые времена он проходил только практически по нашей стране в течение 30 дней. Сейчас, чтобы получить патент, надо ждать год. Mm-hmm. И он идет по всему миру. Если где-нибудь там в Папуасии, где-нибудь в Новой Гвинее кто-то изобретет похожее, мне уже патент не дадут. Mm-hmm. Увеличился срок и увеличилась жесткость. И поэтому на полном, как говорится, полной уверенности я могу сказать, что такого вида шарового крана на планете Земля нет. Мы первые это изобрели и первые это запустили в производство. Самое главное, что это сделано, все запатентовано в России, да. А не это в другой стране. Да, это в России. Все сделано у нас. Спасибо вам еще раз большое. Ну и в заключение, конечно же, ваше пожелание потенциальным потребителям, тем, кто заинтересован в подобной продукции. И я, как понимаю, одно из пожеланий от меня будет, уважаемые друзья, не бойтесь, узнавайте больше, потому что в России могут производить. Это уже факт, который мы доказали несколько раз. Ну, что я могу пожелать потребителям? Ну, во-первых, не покупайте 3 корпуса, покупайте 1. И в этом корпусе будут заложены функции 3. Доверяйте качеству, доверяйте нам. Мы будем вам благодарны, что вы даете нам работу, а мы будем стараться изобретать, делать для вас. Спасибо. Ну, такие простые на самом деле, очень важные пожелания. Удачи вам, развития и, конечно же, попутного верта вашей молодой, но амбициозной уже компании. Удачи вам, уважаемые друзья. Повторюсь, доверяйте российскому. И, конечно, внизу будет адрес компании, сайта Нефть+, Арматура+, потому что я думаю, что они могут вас удивить и поставить вам тот товар, который действительно может помочь вам в работе каждодневной. Удачи! Здравствуйте, дорогие друзья, с вами вновь Игорь Юлдашев, и я рад вас приветствовать со стенда Trem Engineering, компании, которая является одной из крупнейших сегодня по производству торцевых уплотнений. Но, собственно говоря, Trem Engineering нас удивил в новый раз и как бы показал нам клапан осевого потока и, конечно, электропривод.
Я так понимаю, это новое направление трем-инженеринг, более подробно о котором расскажет инженер по проектам трубопроводной арматуры. Здравствуйте, Сергей, рад вас приветствовать. Ну и, собственно говоря, расскажите, пожалуйста, что это за новое направление, что это за клапан и, собственно говоря, какие будут дальнейшие действия от трем-инженеринг. Здравствуйте, Игорь. Совершенно верно вы заметили, что компания Trem Engineering является одной из ведущих компаний в России по производству торцевых уплотнений, сухих газодинамических уплотнений, систем обвязки. Последние годы мы реализуем направление трубопроводной арматуры, активно его развиваем. Начали как компания, реализующая шаровые краны зарубежных производителей, в частности компании Hartmann. И последние несколько лет занимаемся собственным производством. Вот здесь представлен образец нашего производства. Головной, можно сказать, это клапан, регулирующий осевого типа, диаметр 400 мм и на давление 100 атмосфер. Сейчас наши линейки уже освоены и производятся клапаны диаметров 300 и 400, давление до 160 атмосфер. Предусматривают функцию как антипомпажного регулирования, так и регулирования давления до себя и после себя. Здесь представлен регулирующий клапан. Он отличается от антипомпажного клапана тем, что у него время закрытия не 2 секунды, как у антипомпажного клапана, а 16 секунд, как это, собственно, предусмотрено из того «Газпрома». Но мы даже чуть-чуть сократили это время. Порядка 15 секунд, в частности, испытаниями на Саратовском полигоне мы это подтвердили. Подтвердили характеристики по регулированию, по расходу. Подтвердили герметичность по корпусу, по затвору. То есть клапан у нас не просто регулирующий, а запорно регулирующий. Здесь стоит уплотнение, которое также осуществляет функцию запирания среды. То есть мы регулируем расход от 0 до 100% на этом клапане. И электропривод, которым снабжен клапан, также полностью нашего производства. Ну, буквально здесь элементов, которые являются покупными, ну, это электродвигатель и элементная база, которая у нас присутствует в блоке управления. Электроника, скажем так. Да. Но на самом деле, Сергей, я вижу, что класс защиты IP68 говорит уже о многом. И, конечно, я так понимаю, что здесь применена новая панель, так называемый тачскрин. В чем ее особенность? Скажите, потому что я так понимаю, что по IP68 он будет использоваться и принадлежать для условий Крайнего Севера, потому что от минус 60 градусов это колоссальное значение. Да, совершенно верно. Степень защиты у него IP68, то есть по пыли защиты и влаге защиты, это, можно сказать, ну, одни из самых жестких требований для такого вида оборудования. Экран сенсорного типа, то есть кнопок здесь нет вообще, это чистое стекло. Все вот эти вот кнопочки, которые мы видим, это сенсорный экран. Экран является запатентованным, то есть мы являемся разработчиками этого экрана. Патентом обладает компания Trem Innovation, производитель. По температуре также выдерживает температуру минус 60 градусов. То есть, в принципе, здесь не может быть никаких заеданий кнопок, как это зачастую бывает в кнопочных дисплеях. То есть, и даже если в условиях Крайнего Севера даже это занесено снегом, счистил снег, можно пользоваться этим экраном. Насколько я понимаю, он еще и с обогревом. Да, сам блок управления обладает функцией внутреннего обогрева, то есть проведены специальные провода внутри нашего блока управления. При включении системы прогревается электроника, и можно работать спокойно либо местным управлением от блока управления, либо дистанционным по системе СУТП, которая предусмотрена в объекте. Ну и, конечно, самое главное, что это действительно, повторюсь, Сергей, как ты сказал слова, это российская разработка с российскими комплектующими для российских условий. Сергей, спасибо. Ну, на самом деле, как бы будет очень интересный вопрос. На нашей конференции выступал специалист, инженер от Trem Innovation. Он рассказывал, презентовал этот клапан. И было сказано, что уже прошел API и проходит до настоящего момента. Какие вообще показания, что показал этот клапан? И самое главное, на каких объектах API, хотя бы конечного заказчика, скажите, проходит клапан эти условия?
полностью пройдены испытания у нас на Саратовском полигоне Оргэнергогаз, ПАО «Газпром». Все заявленные характеристики, которые мы заявляли в нашем паспорте по этому клапану, они были подтверждены, как по расходу, по характеристике, равнопроцентная характеристика регулирования была полностью подтверждена. По шуму полностью соответствуем СТО «Газпрома», не более 80 дБ. Циклические испытания прошел этот клапан. То есть после циклических испытаний герметичность корпуса и затвора, она такая же, как до циклов, которые мы производили на нем. И в данный момент регулирующий клапан, ну, аналогичный практически этому, только на давление 160, если это у нас давление 100, то опытно-промышленную эксплуатацию у нас происходит, проходит клапан давления 160, это «Газпром» Добыча Ямбург. Испытания предполагают также циклические испытания, испытания по характеристикам регулирования, то есть по времени срабатывания клапана, по точности регулирования, точности позиционирования, точности поддержания давления и работы в системе СУТП непосредственно объекта, на котором он испытывается. Испытания предполагают срок до года. Ну да, среднее испытание – это год, потом идет заключение, комиссия, да, и все дела. Замечательно. Но я так понимаю, что через год мы вернемся к этому вопросу и, конечно же, порадуемся за вас, потому что очень радостно, что все продукты импортозамещения вы здесь представили. И, конечно же, ребята из Томска смогли это сделать, потому что, насколько я знаю, многие говорят об этом, но мало кто на API поставил. Да. Мы поставили, и прогноз у нас очень хороший, потому что, во-первых, это уже не первая, скажем так, итерация, это поколение привода и клапана, третье, даже 3,5, наверное. Поэтому все замечания, которые мы имели уже от заказчика, мы учли в этом поколении. И я надеюсь, и на 99% я уверен, что мы пройдем испытания без всяческих замечаний. Замечательно. Спасибо вам большое за презентацию. Ну что ж, уважаемые друзья, вот такие вот продукты импортозамещения на PCV Expo здесь были представлены. А чем мне очень примечательна эта история? Во-первых, повторюсь тем, что это сделано в Томске. То есть это глубинка России. Я всегда говорил про этот город одно. В Томске нет импортозамещения, потому что его уже давно там решили. Вот, собственно, вот продукт этого импортозамещения вы увидите своими глазами. Ну и, конечно, очень мощная поддержка. Конечно, компания Trem Engineering, потому что Trem Engineering, повторюсь, это гигант, это большая компания, которая имеет очень колоссальный опыт поставок и, конечно, понимает, что это нужно конечному потребителю. Конечному потребителю сегодня нужна хорошая арматура. Хочу сказать пару слов про город Томск. Очень большой, серьезный город с огромным количеством вузов, которые предоставляют для российской промышленности очень квалифицированных специалистов. И последние годы мы видим, что все больше и больше компаний именно из города Томска выходят на достаточно серьезный уровень, в частности, вот в нефтегазовой отрасли. Спасибо. Ну что ж, я могу только пожелать вам удачи, успехов, развития, реализации, ну и задать вам крайний вопрос, связанный с пожеланиями вашим коллегам, друзьям, кто вас лично знает, кто смотрит этот репортаж. А я уверен, многие узнают вас по этому репортажу, и, конечно, будет приятно услышать от вас слова пожеланий. Пожелания коллегам могут быть только одни. Надо больше общаться, чаще встречаться, взаимодействовать друг с другом, искать решения проблем, не искать оправданий, потому что чем меньше оправданий мы находим, тем быстрее мы движемся к своей цели. Спасибо. Грамотные слова. Спасибо. Удачи вам, развития. И, конечно же, побольше таких красавцев. Спасибо. 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 Удачи вам, уважаемые друзья. До новых встреч.
Здравствуйте, дорогие друзья, с вами вновь Игорь Юлдашев. И напоминаю, что мы ведем прямые видеорепортажи с выставки PCV-Expo 2018. Уважаемые друзья, прошлый год для нас начался очень интересно. Тема начался, что мы съездили в Китай для того, чтобы показать вам одно из типичных китайских производств, но не то, которое привыкли все понимать, что Китай – это плохо, а настоящее производство, которое делает качество нефтехимическую трубопроводную арматуру. И сегодня мы этим интервью, наверное, продолжим эту традицию и расскажем вам еще об одном предприятии, которое представлено в России также своим дистрибьютором, компании Avis Group. И сегодня более подробно о этой продукции, китайской продукции, и, конечно же, ее качестве, нам расскажет генеральный директор Avis Group, город Москва, Платонов Игорь. Здравствуйте, Игорь. Здравствуйте. Рада вас приветствовать. Ну и, собственно говоря, несколько слов о этом заводе, конечно же, его продукции для России. Значит, завод существует больше 20 лет. Значит, занимает он площадь 23 тысячи квадратных метров. Завод занимается механической обработкой, то есть они заказывают отливки с литейных фабрик и занимаются механической обработкой. То есть завод поставляет более 2000 различных наименований трубопроводной арматуры. Это начиная от обычного общепрома, то есть это обычные задвижки на низкое давление, там 10, 16, 25, и заканчивая высокотехнологичными клапанами на высокое давление, в том числе и на атомную промышленность, и на химию, естественно, на нефтегаз. Завод первый раз на выставке PCV-Expo. То есть они привезли образцы, то есть образцы, как вы можете видеть, они сделали в разрезе, чтобы потенциальные заказчики могли посмотреть, так сказать, внутренности, да, то есть какие-то ноу-хау или вообще там качество деталей предоставленных образцов. Игорь, ну, на самом деле бытует мнение, да и, собственно говоря, я его разделяю, что нет дешевой арматуры, есть некачественная и качественная продукция. Что вы скажете про качество вашей продукции, в том числе про миф о том, что китайская бывает дешевая? Ну, смотрите, начнем с качества. Завод, с которым мы сотрудничаем уже больше 5 лет, он как раз, почему мы выбрали сотрудничество именно с ними, потому что они ориентированы на качество. У них создана целая лаборатория, то есть закуплено большое количество оборудования для тестирования. У них есть квалифицированные специалисты, то есть дипломированные, со всеми сертификатами, выданными китайским правительством. То есть они подходят к этому вопросу очень ответственно. То есть мы сами были несколько раз на заводе, в том числе привозили своих заказчиков, то есть когда выполняли какие-то крупные проекты, на их глазах проводились испытания, то есть неразрушаемый контроль, испытания давлением, то есть все это делалось по стандартам ГОСТ, то есть по нашим российским, нареканий не было никогда. Что касается дешевой арматуры, конечно, рынок, китайский рынок достаточно обширный, и здесь все зависит от ваших потребностей. То есть если ваш приоритет – это цена, вы, конечно, найдете самую дешевую арматуру. Но китайцы даже сами это говорят, что никто вам не гарантирует качество этой арматуры. То есть здесь как бы стоит вопрос, какие риски вы готовы на себя взять. И второй вопрос – это, конечно же, применение. То есть этот завод, завод Shuanghen Valve, он специализируется именно на сложных проектах. То есть здесь нет какого-то вот массового вала продукции. То есть мы стараемся брать проекты со сложными требованиями, со сложными условиями эксплуатации, со сложными средами. И на текущий момент, осуществив ряд таких поставок, мы можем с уверенностью заявлять, что завод полностью справляется, качеством заказчики наши довольны. То есть у нас есть обширный референс-лист как и российских заказчиков, так и заказчиков из других стран, в том числе США, Европа, ну и, конечно же, локальный китайский рынок. Такие компании, как CNPC, Sinopec, это известные китайские компании, они с полной уверенностью заказывают у этого завода продукцию. Скажите, пожалуйста, Игорь, что нужно сделать на самом деле, чтобы попасть действительно на локальном рынке для таких игроков, как CNPC? Почему я спрашиваю, задаю этот вопрос? Потому что мы знаем, что это крупная компания. Сегодня они, как EPC-подрядчики, строят очень много производств за рубежом, в том числе и у себя в Китае. Я знаю, что там очень повышенные требования. И сказать, что вы поставляете на такие предприятия, что значит? Это пройти аудит, это пройти сертификацию. Мне просто интересно, насколько там требовательное качество. Ну, конечно, то есть, как и везде, там происходит процедура квалификации поставщика, да, то есть квалификация именно завода-изготовителя. То есть завод Шуанхен, хотел бы отметить, он имеет все стандартные сертификаты
которые нужны в Китае, то есть которые выпускаются непосредственно Китаем, плюс американские сертификаты IPI, это нефтяной институт Америки, и, ну, соответственно, как бы еще имеются российские все сертификаты по стандартам таможенного союза, то есть по техническому регламенту. То есть завод с легкостью проходит квалификацию именно по качеству. Ну и второй момент, я считаю, что это история поставок, то есть так как я сказал, что завод существует больше 20 лет, они накопили немалый опыт и как бы могут предоставить свои предыдущие поставки, что тоже является немаловажным фактором. Спасибо большое. Но если перейти к ассортименту продукции, мы видим, что здесь есть и литые изделия, кстати, с сильфоновым уплотнением. Мне очень это понравилось, уважаемые друзья. Я вот жду, когда у нас в России начнутся такие поставки. Вот в Китае это широко распространено, и для российского рынка отмечу. И, конечно же, упаковки, кованая арматура. Я так понимаю, это визитная карточка компании. Ну, не совсем, потому что, как я уже сказал, завод производит обширный спектр арматуры. Просто именно для нас, то есть когда мы их попросили предоставить образцы, а идея была в том, чтобы предоставить не просто там арматуру, да, которую там можно поставить в трубу, а именно чтобы арматура была в разрезе, чтобы потенциальный заказчик мог подойти и посмотреть внутренности. То есть они почему-то вот выбрали именно кованую сталь и предоставили вот нам эти замечательные образцы, которые, в принципе, они полностью работоспособны. То есть вы можете там их покрутить, они там откроются, закроются, вы можете посмотреть все уплотнения, включая даже графитовую набивку, то есть она абсолютно реальная, то есть это фактически настоящая задвижка, которую можно было бы поставить в трубу, если бы она не была разрезанная. Да, замечательный показательный пример. Спасибо большое. Ну и, конечно же, у меня остается еще один вопрос по поводу завода в Китае. Вы, как вы сказали, он находится в городе Шанхай. И вы сказали, что он занимается механообработкой. Сразу говорю, уважаемые друзья, сегодня, я так понимаю, идет сегментация, что есть литейные заводы отдельные, есть заводы по механообработке. Это связано с экологической ситуацией, я так понимаю. Можете более подробно сказать, как сегодня обстоит вообще дело с литейками в Китае? Но здесь я вам не скажу с полной уверенностью, но как обстоят дела с литейкой в Китае. Я знаю, что конкретно этот завод не имеет своего литья. Я так думаю, что это связано с какими-то экологическими нормами, потому что в Шанхае я не наблюдал каких-то таких вот литейных фабрик, да, которые там дымили бы там и так далее. Но мне кажется, что здесь просто завод закупает только качественное литье. Опять же, здесь вступает в игру лаборатория, да, то есть, про которую я упомянул уже. То есть делается очень качественный входной контроль. То есть я сам наблюдал, как это все происходит. То есть приезжает партия грубых отливок, то есть каждую отливку проверяют, то есть там есть специальный чек-лист, каждую отливку проверяют на качество, и если какие-то параметры не соответствуют, то есть там если раковины обнаруживаются там или еще что-то, то просто отливки незамедлительно возвращаются поставщику, и поставщик присылает новые отливки. То есть это процесс налаженный. Соответственно, у завода не один поставщик, то есть как бы так как одно из преимуществ завода то, что он может поставлять огромный спектр стали разных марок, то есть там и нержавеющая сталь, и литая, и легированная, то есть и высокотемпературная, и холодостойкая, там, и так далее. Вот, соответственно, у них есть ряд поставщиков, именно литеек, которые удовлетворяют все эти потребности. Да, на самом деле очень интересно действительно послушать производство, настоящее производство на китайском предприятии, потому что мы были на одном из предприятий, повторюсь, и мы сделали большой репортаж. Очень много было интересно показать, действительно, настоящее производство, а не гараж. Знаете, честно, уважаемые друзья, я не люблю, когда показывают гаражи, потому что это дают пощечину самой по себе промышленности. И если человек говорит, что в Китае производят только в гаражах, то можно сказать, что человек свой уровень показывает, потому что я честно утверждаю, что в любой стране есть хорошие и плохие производства. Будь то Германия, Австрия, Россия или остальные страны. В том числе и Украина, кстати, уважаемые друзья. Спасибо большое, Игорь, за интересную презентацию и рассказ. Ну и, собственно говоря, хочется узнать самый интересный вопрос. Как вам выставка? Какие для себя впечатления вы открыли от участия в ней? Ну, так как мы участвуем именно вот с нашим заводом первый раз, конечно, впечатления положительные, да, то есть как бы мы извлекли уже ряд моментов, которые мы обязательно улучшим на следующих выставках, возможно, стенд будет побольше, мы привезем побольше образцов, то есть там в планах у нас даже собрать рабочий стенд, то есть там жидкость в трубах там запустить, но в целом, да, то есть люди подходят, интересуются, я, если честно, ожидал некий скепсис от людей, что как бы это Китай, да, то есть мы сейчас находимся тоже в
в так называемом китайском секторе. То есть был небольшой скепсис, но он практически в первый день развеялся, потому что люди подходят, вполне нормально интересуются, то есть очень интересные вопросы задают. То есть эта выставка очень полезная, и как бы мы будем продолжать на ней участвовать. Спасибо. Уважаемые друзья, но могу только одно сказать, что образцы здесь достойны внимания. Это было интересно узнать, посмотреть, открыть для себя новое интересное о Китае. Спасибо еще раз большое, Игорь. Успехов вам, удачи. Спасибо. Ну и, конечно же, новых открытий вашему заводу, вашему делу. Спасибо. Удачи, друзья. До новых встреч. Здравствуйте, дорогие друзья, с вами вновь Игорь Юлдашев. И напоминаю, что мы ведем прямые видеорепортажи с выставки PCV Expo 2018 «Арматурно-компрессоры насоса». Дорогие друзья, ну на этой выставке выставились несколько интересных, уникальных участников и стендов, одним из которых является стенд группы ЧТПЗ. Это наш старый добрый партнер. На самом деле мы очень жадно всегда размещаем, впитываем информацию о новинках этой компании. И, конечно, я не мог пройти мимо вот этого уникального демонстрационного стенда, даже не знаю, как его назвать, тач-стенд, который показывает все возможности группы ЧТПЗ. А более подробно о этих возможностях и, конечно же, арматуре и, конечно, труб покажет нам специалист отдела магистрального оборудования Малышев Антон. Здравствуйте, Антон, рады вас приветствовать. Спасибо большое, что уделили время. Ну и, собственно говоря, я предлагаю, чтобы вы показали все возможности группы ЧТПЗ на этом уникальном и интересном стенде. Вам слово. Добрый день. Хотел бы представить вашему вниманию продукцию, которую производит предприятие группы ЧТПЗ. То есть на этом столе можно посмотреть виды производимой продукции, номенклатурный ряд и область применения. Если начать с самых, так скажем, изготовления простых изделий, это трубы. Здесь можно, значит, выбрать трубы большого диаметра, до 1320 мм, трубы на высокое давление, то есть диаметром уже поменьше, трубы с изоляцией пенополиуретан, и трубы для северного потока Nord Stream 2. То есть, вот так, если коротенько пробежаться. Также из труб, которые, в частности, мы сами изготавливаем, детали трубопроводов. Такие детали всем известны, как отводы горячего гнутья, отводы гнутые, холодные гибко, отводы круто изогнутые, 1 ДУ и 1,5 ДУ, переходы, штампы сварные, то есть все изделия могут быть как штампы сварные, как штампованные, заглушки днища, кольца переходные, удлинительные, узлы трубопроводов. Эти изделия у нас изготавливает предприятие СОТ в Челябинске, которое находится. Еще у нас есть предприятие по производству штампосварных деталей трубопроводов. В частности, здесь представлен разрезной тройник. Назначение разрезного тройника здесь можно посмотреть на визуализации. То есть для ремонта проблемных участков трубопроводов применяются эти разрезные тройники. То есть вариваются в трубопровод, монтируется байпас, то есть заменяется проблемный участок, на место проблемного участка вваривается новая труба, демонтируется байпас и заглушаются разрезные тройники. Такую еще продукцию мы производим. По тематике данной выставки это трубопроводная арматура. На рынке представлена трубопроводная арматура нашего чешского завода MSA. Это такая арматура, как краны шаровые, самые распространенные, вентили,
затворы дроссельные регулирующие, обратные клапаны, задвижки. Ну и шиберные задвижки, то есть, которые представлены у нас здесь на стенде. На стенде у нас представлена шиберная задвижка и кран шаровый. Вот, то есть исполнение для нефти и газа, криогенное исполнение, краны шаровые, металл по металлу, то есть для высокоабразивных сред и агрессивных сред. Вот. Ну, если коротко, в общем и целом, как бы вот такая информация по арматуре. Еще у нас есть предприятие, которое производит насосы погружные глубинные. То есть это вот насос опускается в скважину и качает нефть. Ну, это более сложное оборудование. У нас еще есть такое оборудование, как коннекторы, которые применяются тоже в нефтегазодобыче, вот, на бурильных колоннах. Из новинок по касательно арматуры могу сказать следующее, что на Черском заводе освоено производство кранов шаровых под сероводородосодержащие среды с верхним разъемом, то есть топ-энтри, вот, то есть такие вот вещи. Спасибо большое, Антон, за презентацию. Ну что ж, уважаемые друзья, я могу сказать только об одном. Это действительно интерактивный стол, очень информативный. И что самое главное, показывает все преимущества продукции ЧТПЗ. Мне очень понравилась, конечно же, фишечка с трубопроводной арматурой. Потому что я тут мог ее не только рассмотреть, я ее мог и покрутить. Единственное, чего бы я добавил здесь, на самом деле, это как модернизация этого стола, чтобы было увеличение. Это было бы замечательно, чтобы я мог увидеть уплотнение. Также, уважаемые друзья, здесь очень большой широкий ряд представлен задвижек и шаровых кранов. И что самое главное, дорогие друзья, здесь есть их технические характеристики. Это лучше, конечно же, чем листать каталог. И все это переходит в электронный формат. Это, знаете, как я помню, был на одной из презентаций крупного холдинга химического. Они сказали, посмотрите, цифровизация, как доходит наше время. Сейчас все уже фотографируют с телефонами. Сейчас все уже показывают, как это все происходит в электронном формате. И вот сейчас Антон, кстати, демонстрирует, как может использоваться. Опыт применения, то есть где именно установлены, где именно устанавливается задвижка, где именно устанавливается кран шаровый, то есть вот дроссельная заслонка. То есть все это уже именно на трубопроводе в формате 3D, то есть на, видимо, какой-то газоперерабатывающий, нефтеперерабатывающий завод. Шикарный проект, который был представлен, уважаемые друзья, на выставке PCV Expo 2018. Ее посетители могли воочию подойти на стенд ЧТПЗ, покрутить, увидеть и, конечно же, я так понимаю, понять, что такое продукция ЧТПЗ. Технические характеристики, ассортамент. Ну, шикарно. Просто диаметр, я так понимаю, можно просто смотреть по трубе. Размерный ряд. Размерный ряд, визуализация, да. Отлично. Спасибо большое, Антон, за презентацию. Я надеюсь, что не только эта выставка, но и вообще само понятие рынка даст вам новые прорывные проекты, и вы будете, как обычно, на Олимпе передовых компаний. Спасибо. Удачи вам. Спасибо. До новых встреч. Спасибо. До новых встреч, уважаемые друзья. Ну вот так вот на позитивной этой ноте мы заканчиваем еще один репортаж с выставки PCV Expo 2018. Удачи, друзья. До новых встреч.